вместо вот этой записи могу использовать картинку. Вообще, мы сегодня в основном будем рисовать картинки. Моя цель ровно и рассказать, как всякие там операции с перестановками приводят, на самом деле, к рисованию довольно нетривиальных картинок, которые называются вложенные графы на поверхностях. Но вложенные графы на поверхностях мы найдем еще не очень скоро, но самую первую картинку нарисуем прямо сейчас. Вместо вот этого я могу сделать следующее. У нас тут два цикла, то я нарисую две окружности. И каждый из циклов расположен в своей окружности. Например, цикл 1-4, я напишу так, 1-4. А цикл 2-5-3 нарисую так. 2-5-3. В этой картинке ровно столько же информации, сколько вот в этой записи. Вместо строчек я могу рисовать окружности. Да, в чем окружность наглядно привлекательна? Тем, что здесь уже хорошо видно, да, что здесь у этой окружности нет никакой выделенной точки, и если я ее просто поверну вот так вот, или на несколько оборотов, то это будет та же самая окружность с теми же самыми точками, что соответствует в этой записи как раз перестановке по циклу. Потому что 2, 5, 3, 3, 2, 5, это явно одна и та же окружность, может быть, чуть-чуть по-разному нарисована. Да? Единственное, что здесь надо, ну и тоже так же 1, 4 или 4, 1, это одно и то же. И кроме того, ясно, что никакого порядка на этих окружностях нет, их надо мыслить как-то висящими в пространстве, никак друг с другом не связанными. Я их буду рисовать на доске, но порядок совершенно не важен, я могу одну вниз двинуть, слева, все равно. Что важно? Здесь важно, единственное, что важно, в этих окружностях договориться, как мы их читаем. Что вот это означает именно 2, 5, 3, а не 2, 3, 5. Потому что 2, 3, 5 – это другой цикл. Ну, для тех, кто знает что-то про перестановки, это цикл следующей обратной перестановки. Это нам сегодня будет не важно. Вот. То есть в какую сторону начинать – это важно, в каком порядке они расположены окружности, и главное – направление. Вот давайте раз и навсегда сегодня договоримся, что все окружности, которые я рисую, ориентированы, направлены против часовой стрелки. Вот так. Со стрелками сейчас уже ни у кого нет, но против часовой стрелки называется вот такое направление, обратно называется против часовой стрелки. Вот. Хорошо? Хорошо. Ну вот так мы будем изображать перестановки. Здесь для этой перестановки нужно нарисовать большую окружность и расположить на ней целых 10 точек. Давайте я это сделаю, потому что мне потом эта картинка еще много раз понадобится. 1, дальше против часовой стрелки пошли. 2, 4, 3, 7, 10, 9, 6, 5, 8. 8 предшествует единице. Здесь хорошо видно, что начать можно с любой точки, хоть с единицы, хоть с семерки, как вот здесь и то, и другое. Это одна и та же картинка с окружностью, а окружность всего одна, потому что такая перестановка специально подобна, она называется циклической. Если цикл получился всего один, такая перестановка так и называется циклической. А эта перестановка не циклическая, она состоит из двух чисел, из двух циклов, длины 2 и длины 3. А всего она длины 5. Ну хорошо. Но на самом деле, меня будет интересовать даже не столько результат, вот такой вот расстановка томов по книжной полке, сколько процесс. А именно пусть у меня сначала тома оставили в порядке, а потом я начал с ними что-то делать, сделал несколько определенных операций, потом получилась эта перестановка. Вот интересовать меня будет, какие операции я делаю и как это все видно на этой картинке. Давайте я для простоты эту более сложную нецифрическую перестановку сотру, а циклическую оставлю. То есть давайте начнем, всегда будем начинать сначала с расстановки томов в полном порядке, согласно номерам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и номера вместо точно такие. Да? И давайте считать, что нам разрешена такая операция, которая называется транспозиция. Взять два тома и поменять места. Все, больше ничего. Взять два тома и поменять места. В чем любые? Вот, если я пишу так, и обозначаться это будет так. А, Б. Значит, это взяли том номер А и том номер Б и поменяли места, где бы они там не стояли в данный момент. Поменяли их места.
эти операции можно делать их несколько штук. Сначала одну, потом другую, потом третью, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте для сначала сделаем простую вещь. Например, если я поменяю местами 1 и 2, то что у меня получится? Писать вот здесь, 1 и 2. Что я должен написать? 2, 1, 3, 4, и так далее, 10. Совершенно верно. Я должен поменять местами 1 и 2, писать 2, 1, а дальше все писать как эти дома у меня. Теперь я хочу поменять местами 2 и 3. Что я должен? 3, 1, 2 и так далее. Второй и третий том меняются местами. 3, 2. А остальные там, где стояли, там и стоят. Отлично. А теперь я хочу поменять местами 1. Значит, должно быть 1. Вот это сделать быстрее. 2, 3. Да, вместо этого, вместо всего этого, можно было бы поменять просто местами 2 и 3. Смотрите, вот такое последовательное выполнение операции, которое иногда, впрочем, можно заменить. Другие операции называются умножением транспозиции. В принципе, умножать можно любые перестановки, можно переставить там как угодно, потом сделать другую перестановку, опять их переставить. Посмотреть, что в результате получится. Но с умножением произвольных перестановок мы сегодня дело иметь не будем, а с умножением транспозиции будем иметь дело все время. То есть это просто последовательное выполнение. Сначала меняем местами 1 и 2, потом, вот я хорошо писал, потом 2 и 3, вот в этом месте, да, произошло, потом 1 и 3, это вот в этом месте произошло. А в результате это все, что мы просто поменяем местами 2 и 3. Итак, скажите, а если я эти перестановки сделаю, вот эти транспозиции сделаю в другом порядке? Что-то поменяется? Ну, давайте посмотрим. Если я сделаю сначала 2, 3, умножение. Давайте там отдельно целую таблицу. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надо. И теперь я вместо того, чтобы делать 1, 2, делаю перестановку 2, 3. Получаю, ну, все уже понимают, что 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А вот теперь переставляю местами 1 и 2. То есть я как бы вот эти вот две транспозиции делаю в другом порядке. Да? Получается, диктуйте. 2, 3, 1, но все остальное, как стояло на месте, так и будет стоять. Теперь давайте сравним третьи строчки. Вот эту и вот эту. Одинаковые они или нет? Нет, не одинаковые. Здесь 3, 1, 2. 1, 2, 1, 3. Поэтому, ну, даже если мы 1, 3 делать не будем, ясно, что операция 1, 2, 2, 3 в этом порядке и в обратном дают разные результаты. То есть эти операции очень хитрые. Это не то же самое, что умножение чисел. Да? Это последовательное выполнение операции зависит от того, в каком порядке вы их делаете.